женщине моей. Вы пробуйте, славу женщине моей. Вы в глаза ее взгляните, так спасение свое. Вы сравните с близким берегом ее. Вы сравните с близким берегом ее. Земных и земней вовсе к черту сказки о водах. Просто мы на крыльях носим то, что носят на руках. Просто мы на крыльях носим то, что носят на руках. Просто надо очень верить этим синим маякам. Тумана выйдет к нам, и тогда нежданный берег из тумана выйдет к нам. Не бродяги, не пробойцы за столом семи морей. Вы пробойте славу женщине моей. Вы пробойте славу женщине. Библиотека Американского конгресса много лет там. Все это прекратилось. И в 2007 году я была в Сан-Франциско, была там, и они узнали, что я узнали обо мне. Там был тогда директор библиотеки конгресса, великолепный такой Джеймс Беллингтон. Он знал русский язык. У него книга о России, он очень любит Россию. Он живет, но он уже сейчас, он не директор. И они пригласили меня, они мне пригласили в Вашингтон на прием туда, в библиотеку конгресса. Я полетела, представьте себе, полетела. 6 часов от Сан-Франциско, это не так мало, в общем-то. Ну, там была очень одна смешная история, но не в этом дело. Был стол, я привезла грани. Я привезла в эту книгу, вот стояли листья меня же вышло. А, я привезла Тарусски. Я это подарила библиотеке конгресса. Они восстановили подписку. Я отправила им потом за те годы, которых у них не было. Но самое главное не это. Я помню, когда все уже заканчивалось, он встал красивый, такой американец, высокий такой, ну, подошел ко мне. Вот так протянул мне, значит, взял мою руку и двумя руками пожал мою руку со словами: «Вот это русские женщины». Вот это не забуду никогда. Ну вот, сейчас они мои подписчики. Вот это Севастополь.